9 марта 2023 года, в возрасте 68 лет, скончалась знаменитая советская и израильская актриса Ольга Катаева. Она умерла в Иерусалиме после долгой и тяжелой болезни. Ольга Катаева родилась 9 сентября 1954 года в Борисоглебске, Воронежской области. С 1978 года служила на сцене Саратовского ТЮЗа, а в период с 1982 по 1992 годы работала актрисой в Саратовском академическом драматическом театре имени Карла Маркса. Начиная с 1992 года Ольга Николаевна была педагогом театрального факультета Саратовской консерватории в мастерской народного артиста России Александра Галка, а затем работала в театре АТ. Она знаменита ролями Нины Заречной в «Чайке», Зойки в «Зойкиной квартире», Елены Турбиной в «Белой гвардии» и многими другими. Самая известная роль Ольги Катаевой – сержант Кира Крылова в фильме «Тревожное воскресенье». Приносим свои соболезнования родным и близким.